«Я есть Кибелла, космическая мать богов. Со мной рядом Богородица Мария. Пришли сказать мы вам, люди, известие, давно вам знакомое, но кое-что в потоке мы внесем вам новое». Да, возрождение энергии женских на Земле для всех преобразовательных процессов имеет важное энергетическое звено, без коего не отмечается смысла жизни. А смысл весь заключается лишь в том, что женщина, богиня, есть земная, и ей присущие качества все те, что дал Создатель при зарождении жизни. Послушайте теперь в другой интерпретации. Для женщины земного мира в присутствии энергии Ян все по плечу, и чтобы пробудиться, достаточно раскрыть ей свою внутреннюю красоту. Ну а теперь мы по отдельности изложим свои точки зрения. Вы сердцем принимаете и внутренность свою воодушевляете. Прекрасный мир земной преображаете. Вы есть бесценный Божий дар. Слово Кибеллы. Родные мои, начнем о женских энергиях с вами говорить, поскольку мир ваш вступает на новую ступень, где каждый узнает и прочувствует, что женская любовь будет преобладать на вашей земле. Любовь зарождается в утробе матери своей, где необходимо помнить, что ваша дальнейшая счастливая жизнь зависит от того, насколько вы благодарите и любите свою родную мать. Она же женщина, богиня, мать. Связь с ней необходимо держать. Когда женщина счастлива, ее любовь способна творить чудеса, и от ее любви зависит гармония всей семьи. Когда мужчина любит и восхищается ею, она загорается и расцветает еще сильнее. Происходит энергообмен, и мужчина растет по карьерной лестнице своей, и достаток у семьи поднимается. Необходимо помнить каждой женщине, что она нежный цветок. Не стоит равняться с мужчиной. Будьте намного слабее, не нарушайте гармонию. От этого зависит баланс в семье. Перестаньте, милые женщины, унижать и не любить себя. Вы все матери, богини с божественной красотой. Осознайте, что в вас заложена сила мощной любви. Слово Матушки Марии. О, дорогие мои и любимые, такой период в жизни переносите сейчас. Всем кажется, что мир ваш еще немного и рухнет. Но нет, имеются ошибочные взгляды здесь у вас. Все происходит для построения вашей новой жизни. Меняется структура, ее потенциал, и множество происходит различных изменений. Природа здесь бушует, катаклизмов шквал. Сегодня я обращаюсь к вам, богине земного мира, к вам, женщины, славные мира сего. Вы осознаете, что ваш потенциал имеет великое значение, где происходят обновления, где радость к жизни закладывается. И если нет любви к себе, деталь вы эту исправляйте. Все чувства во внутреннем стержне своем потоками новых энергий орошайте. И помните всегда, где Ян, там Инь. Без плотного слияния будет хрупким мир. Увидеть все красоты мира, природу озарить своей мечтой, любовью наполнить весь шар земной и радоваться, наслаждаться жизнью. Вот преимущество энергии женских, где все обвито красотой и ублажением Вселенной. А кто еще не осознал из вас, вы постарайтесь, подумайте о своем пробуждении. Глобальный процесс на Земле идет,
от женских сердец много чего зависит. Пожалуйста, прошу вас, сохраните структуру женственности и внутренней красоты. Все это на общий план влияет, где доброта и радость бытия закладываются на века. Пожелание земным богиням. Мы просим вас, богини, женщины земные, любите жизнь и, разумеется, себя. И наслаждайтесь прекрасными моментами, что жизнь вам принесла. И улыбайтесь чаще, заряжайте всех счастьем своим, тогда вокруг вас будет сиять энергетическое поле, природа будет оживать, и ваши дети начнут в радости пребывать. Супруги ваши будут счастливы от вас и окружения такого, и благоверность впишется в поля, и мир земной начнет не просто расцветать, а в полном смысле процветать. Ваша любовь имеет значение для возрождения с наступлением новой эры на вашей планете Земля. До новой встречи! В любви сияющих потоков мы обнимаем вас. Сотворческий ченнелинг Житаяра Амадея.